Продолжаем выпуск. Как помочь особенным детям? Оказать помощь им и их семьям? На эти вопросы отвечали в столичном реабилитационном центре «Ассортс». Там прошел семинар для специалистов мобильных бригад. Подробности у Ольги Гавриловой. Жизнерадостная, активная, веселая, особенная. Настя в реабилитационном центре уже третий год. За это время успела освоиться, найти друзей. Сегодня она даже мастер-классы проводит для детей и взрослых. Создает поделки. Это у нее получается лучше, чем говорить. Находить общий язык с миром Насте помогает подруга Лилия. В центр ее привела мама 9 лет назад. Это печеница. Это сантрава. Это калужница, а это ветреница. Читать нет. Нет, ни читать, ни писать мне здесь научили. Читать Лилия начала в 19 лет. Теперь книги – одно из любимых занятий. А еще ей очень нравится помогать. Ты еще помогаешь другим ребятам, да? Да. Расскажи, в чем? Ну, не да, например, бутса или бутса, что-то помочь хочется. В Тирасполе таких реабилитационных учреждений для особенных детей несколько, а вот в селах они большая редкость. Для многих родителей вести ребенка в город проблематично. Выход специалисты видят в мобильных бригадах. Опыт заимствуют у молдавских коллег. В этой области они работают уже не первый год. Мы встречались с такими детьми, у которых было 4-5 лет, и он никакого слова не произносил. Сейчас он произносит, он даже не только слова, но и фразы, или предложения, да, составляет. По Приднестровью таких мобильных бригад пока только две. Создавались они при поддержке европейских партнеров. Екатерина – специалист одной из таких бригад. С ноября прошлого года вместе с группой специалистов побывала во многих семьях, познакомилась с детьми и их родителями, увидела проблемы, с которыми они сталкиваются. Мы были в семье одной, там мальчик не разговаривает, у него ДЦП. И он нас встретил, ну, он нас вспомнил, и они нас ждут, и обращают на их внимание, потому что люди много работают, и дети сами находятся с собой, и поэтому этот момент очень важен для семьи в общем, в целом. Работа в мобильных бригадах и оттачивалась на семинаре в Тирасполе, чтобы у таких особенных ребят, как Настя и Лилия, был шанс на полноценную жизнь. Ольга Гаврилова, Диана Андронати, Андрей Макаренко и Павел Бажонко. Первый Приднестровский телеканал.